отец, 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 да? Отец. Ну давай, звони, моя хорошая, звони. Давай. Ее найти тогда. Как мне ее найти? Как мне ее найти первое? Ну вот где ты, моя хорошая, где? Уже 7 часов. Ну давай. Я же сказала, мне наберешь. Ну где ты? Как я теперь тебя здесь найду? У меня куча сообщений, а? И что мне делать? Как мне ее найти? Ко мне каждый день куча сообщений приходит. Как мне ее найти? Ну как найти?
Что ты будешь делать, а? Блин, ну что мне делать, а? Я так не люблю, когда так меня подводят. Не сидеть ждать. Здесь уже мертвые все собрались. Человека нету. А человека нету. Сейчас постараюсь найти, я не знаю. Не знаю, как найти. Может, она? Алло? Здравствуйте. Да, Яночка, здравствуйте. Здравствуйте, солнышко мое. Я вас уже 7 минут жду. Еле как вас нашла. А вы мне, мы же договорились, что вы мне сами позвоните. Если вы сейчас не можете, хотите, мы перенесем. А сейчас сколько? По Москве посмотрите время, пожалуйста. А мы по Москве, а мы живем в Калининграде, Яночка, простите. Ну я же по Москве говорила, почему вы мне не сказали тогда, что это я в Калининграде? Вы мне вообще ничего не ответили. Если честно, я вот как-то так, знаете, вот поэтому, я сейчас буквально вот через 10 минут я уже буду на месте. Давайте лучше мы перенесем на попозже, ладно? Ну вот вы пока сначала придите туда, куда должны прийти, и мы с вами потом поговорим, хорошо? Хорошо, потому что я уже не хочу сидеть, ждать, мне это, у меня есть тоже другие какие-то дела, ладно? Яночка, мы буквально 15 минут, я уже... Ну вот как придете, потом посмотрим, я ждать не буду.